Привет, а вы знали о том, что через несколько дней на Black Rush выйдет новое зимнее обновление? И сегодня я вам расскажу о том, что добавят в данной обнове. И также не забывайте о том, что в прошлом ролике мы разыгрывали целых 3000 рублей, которые получает вот этот вот челик. А если ты также хочешь получить 3000 на халяву, то тебе всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк, написать множество комментариев. Итоги будут в следующем видео. Кстати, совсем забыл сказать, сегодня мы как всегда находимся на нашей Black Rush. Это у нас сервачок Crimson, обязательно заходите и играйте вместе со мной. А если вы сразу хотите стать реальным миллионером, то вводите мой личный промокод хэштег Бестик и получайте реально огромные бабки на халяву. Ну что, ребят, как вы поняли, сегодня я вам расскажу о новом зимнем обновлении на нашей Black Rush, а именно отвечу на вопросы, когда же у нас выйдет данное обновление. Что же у нас в нем добавят? Так что обязательно досматривайте данный ролик до конца. Мне кажется, не стоит тянуть, мы сразу приступаем. В официальных группах я нашел вот такое вот фото. На нем изображен наш Арзамас, который полностью погружен в снег. И, честно говоря, прошлое зимнее обновление на Black Rush я не застал. Это первая зима, которую я вижу. И она мне реально очень сильно понравилась. И также в официальном телеграм-канале нашей Black Rush у нас был выставлен пост, в котором у нас показали дату выхода нашего зимнего обновления, но не показали конкретное число. И что же это получается? То, что нам обещали перед зимним обновлением выпустить осеннюю обнову. Это все неправда? А чтобы вы понимали, в осеннем обновлении у нас должны были добавить полностью измененный интерьеры нашей армии. Добавили бы по карте технические центры. В них бы вы могли чинить свои тачки. Также добавили бы гаражи, которые выглядели бы, ну, очень красиво. У нас должны были изменить полностью тюнинг наших машин. То есть на каждой тачке имелись бы бампера, там всякие обвесы и так далее. А также самое крутое это то, что у нас бы изменили звуки наших автомобилей. А именно, ребят, каждые тачки бы имели свой индивидуальный звук. Но это еще не все. Также нам говорили о том, что добавят новый Lexus LX570, BMW M8, а также новенький Гелендваген. Что же это получается? То, что это все у нас не добавят? Но, ребят, нет. Я решил в этом разобраться и смотрите, что я нашел. Челик в чате с Гордеевым спрашивает, осеннего обновления не будет, на что Кирилл отвечает то, что вообще хотелось бы, но возможно не успеем. Также я нашел вот такой вот ответ Кирилла Вовка. У нас он пишет про то, что забывать про Хэллоуин не стоит, но в скором времени у нас выйдет зима. У нас там обновят наши звуки автомобилей, подготовят игру к нашей зиме, и это все выйдет намного лучше, чем в прошлом году. То есть, значит, то, что наше осеннее и зимнее обновление объединят, и получится просто какая-то мега масштабная обнова. Но давайте сейчас посмотрим на то, как же у нас будет выглядеть наша зима. Я нашел вот такое вот видео. У нас вся карта покроется снегом. Наши тачки будет люто заносить, то есть у нас изменится физика авто. Также у нас появится снег, падающий с неба. Вся вода, которая имеется на карте, превратится в наш лед, но это естественно. Я уже жду, не дождусь данную обнову, потому что я уже хочу покататься в этой атмосфере. Если вы также, то пишите об этом в комментариях. Всем пока!